Всем доброго дня. Мы продолжаем разбирать послание к филиппийцам. Сегодня у нас на очереди первая глава с 12 по 17 стихи. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением, Проповеду Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлю защищать благовествование интересный такой отрывок, который говорит о проповедниках, о том, какими мотивами они двигаются. И будет очень любопытно да, поразбираться в этом, поисследовать мотивы проповедников, несмотря на то, что, казалось бы, априори изначально проповедник должен обладать чистой мотивацией. Да, и ну, как бы, вообще вопросов не должно быть, а чем он движется, проповедуя Евангелие Иисуса Христа оказывается нет есть разные мотивы итак давайте по стихово с 12 стиха желаю братья чтобы вы знали что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования Павел оптимист да он как бы сангвиник <с> есть разные такие психотипы да если мы обратимся к психологии да там э, помню еще в моей юности в отрочестве я узнал что есть сангвиники холерики флегматики и меланхолики но ну, это конечно же условная да такая э, градация его условная классификация типов человеческих характеров. Я это шутки ради говорю, да, иронизирую. Но тем не менее Павел во всем старался видеть позитив, да, то есть несмотря на то, что он находился в вузах, он все равно э, обладал мышлением устремленным в вечность, да, то есть он все рассматривал с точки зрения вечности, а не с точки зрения его текущих актуальных на данный момент удобств и комфорта, да, то есть Павел не был заточен на то в своих мыслях, чтобы усл строить свою земную жизнь. Его все оценки, да, его все какие-то попытки измерить ситуацию, соизмерить да, текущее состояние его положения дел с тем или иным критерием всегда были небесными, эти критерии всегда были попытки эти направленными из духовного мира. То есть он оценивал свою тюрьму да, как, как что-то позитивное, что позволит Господу еще более повлиять на общество в плане просвещения. Поэтому ничего удивительного, что Павел так характеризует свое текущее состояние. 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Почему Павел выделяет отдельно приторию, я почитал в греческом оригинале, да, в других переводах, имеется в виду воинский контингент, солдаты, которые в казармах размещены. Почему-то Павел считал это, ну, так сказать, важным <laughs> да, или существенным фактором, да, который повлияет на распространение Божьего Слова. То есть солдаты были теми, кто мог свидетельствовать да, или, скажем так, передавать молву о том, какой у нас узник, да, какой стойкий какой, скажем так не теряющий самообладание не теряющий чувство собственного достоинства не теряющий присутствие духа то есть это было важно Претарианская гвардия да была такая в то время в древнем риме и павел выделяет ее отдельно у него вообще интересные такие отношения с воинским контингентом да с вот этими всеми силовыми структурами он постоянно с ними каким то образом пересекался и э, наверняка считал это не последним, да, скажем так, делом в своей жизни – затронуть сердца военных, затронуть сердца силовиков. Поэтому он приторию здесь выделяет отдельно. 14 стих. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, стали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Как можно ободриться узами? Вот я размышляю да, над этим, пытаюсь понять, вот это высказывание Павла, вот такую характеристику, которую он дает многим братьям-проповедникам. А на самом деле все очень просто. В оригинале сказано, что они ободрились не просто самими узами, не просто самим фактом Павлова заключения, а тем, как он себя ведет в этих узах. То есть наш перевод, он не совсем это показывает, но если обратиться к оригиналу, к другим переводам, то становится понятным, что не сами по себе узы вдохновили братьев проповедовать, а то, как Павел ведет себя в этих узах, то, как он переносит, там стоит интересное слово, претерпевает, да, то, как он проходит вот этот свой период нелегкий в своем земном пути. Это ободрило братьев, они а сами по себе узы. То есть они, глядя на Павла, увидели, что можно это все перенести, что есть пример, достойный пример того, что и я, даже если попаду в такую ситуацию, я тоже смогу. Я буду подражать вот такой линии поведения. И если Павел это смог, я вижу, что он переносит, я вижу, что он не унывает, я вижу, что он не теряет присутствие духа, то и я смогу. Вот так нужно это понимать. А сами по себе узы, конечно же, никого не вдохновляют. Пятнадцатый стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. И Павел здесь вообще дает такую обзорную картину, как бы бросает общий взгляд, кто как проповедует. И вот мы подходим к разбору мотивации разных проповедников. Оказывается, можно проповедовать Христа с добрым расположением, да? а можно проповедовать Христа по зависти и любопрению. Оказывается, между проповедниками существует соперничество, существует, знаете, такая гордость. Проповедники бывают гордыми людьми. Да, казалось бы, ты служитель, казалось бы, ты поставлен на такую высокую позицию с кафедры вещать, да, научать, поучать народ Божий, да, наставлять и так далее, переносить назидание, а в сердце гордость может быть. Такая, знаете, зависть, соперничество между проповедниками. А я круче, а я лучше скажу, да, а я более весомый, чем ты, а я более популярный, а я более влиятельный, чем ты. И вот это соперничество, вот это взаимное соревнование, между проповедниками было, есть и, наверное, <laughs> до пришествия Иисуса Христа будет и останется в наличии. То есть с этим ничего нельзя поделать. Такова уж природа человека. И проповедник, он не сделан из другого теста, чем любой другой христианин. У него те же самые... Поползновение греховной природы, да, та же самая плоть, э, а может быть, даже и более развита, потому что она помножена на религиозную значимость. Человек, который испытал чувство значимости, он становится очень, скажем, таким э, подверженным влиянию своей веткой природы. Человек, который не испытал вот этого чувства значимости, который не был на пьедестале, который не сидел там где-то впереди да, всего собрания, ну, ему как бы не так и сложно какие-то вещи в своей жизни проходить. А человек, который был в почете, в уважении, которому в рот заглядывали, а потом вдруг он стал каким-то, ну, скажем, непопулярным, невлиятельным, и никто за ним не бегает и не спрашивает совета, вот здесь проверяется кто он есть, такой человек на самом деле. И, как видно, проповедники, они не лучше, не хуже, они такие же люди, да, и то, что у них есть дар проповедовать, дар там возвещать слово, не делает их совершенными. Их мотивы могут быть очень даже гадкими и очень даже неприглядными, за которые потом будет стыдно. 16 стих. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». И 17 стих. «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». То есть Павел в 15 стихе дал такой обзорный, общий взгляд да, на то, как проповедуют те или иные евангелисты, проповедники. А в 16 и 17 стихе он приводит конкретные примеры того, как те и другие с оглядкой на Павла применяют свои мотивы. Те, которые проповедуют Христа от чистого сердца, да, с добрым расположением, они из любви это делают по отношению к Павлу. Да? То есть, оглядываясь на Павла, видя его пример, э, видя, что Он э, проходит, так сказать, по защиты Евангелия, то есть он там не зря сидит в этой тюрьме, он там продвигает очень важную составляющую благовестия, великого поручения. Э, вот такой мотив да, э, в сердце тех, которые с добрым расположением проповедуют Христа, э, Павел приводит в пример. Да, в пример чистой мотивации, в пример того, что на самом деле является чем-то, за что потом не будет стыдно стоя перед Христом. А те, которые имели изначально нечистые мотивы, да, то есть проповедники, относящиеся к категории завистливых и соревнующихся, да, соперничающих, вот эти проповедники, оглядываясь на Павла, они хотели увеличить тяжесть его уз. И вот я здесь тоже задаюсь вопросом: а как это технически вообще возможно? И комментарий, например, Иоанна Златоуста, такого знаменитого мыслителя и исследователя да, ранних веков истории церкви, говорит о том, что данные проповедники, они были руководимы следующими мыслями. Я буду проповедовать с тем, чтобы увеличить свое влияние. Я буду проповедовать с тем, чтобы увеличивать свою значимость. То есть я буду крутым, я буду влиятельным, я буду, ну, скажем так, выдающимся, особенно на фоне Павла, который сейчас не может проповедовать. Это во-первых. А во-вторых, то, что Евангелие будет шириться, конечно же, будет раздражать власти. Это будет раздражать римскую вот эту всю систему, и она должна будет обрушить свой гнев на кого-то. И вот в данный момент такой сакральной жертвы выбран как раз таки павел и то что евангелие будет шириться благодаря моей проповеди неважно что я проповедую из зависти любопрения евангелие будет шириться царство божье будет распространяться люди будут обращаться к вере больше и больше людей станут христианами да? вот этот фактор он возбудит римскую власть еще сильнее закрутить гайки но ну и поскольку павел уже в темнице то ему там не поздоровится еще больше потому что вот такой успех благовествование, мой успех, да? <laughs> мое влияние, оно косвенно ударит по Павлу, а может быть, даже его и казнят. Да? то есть принесут в жертву, сделая виновным за вот этот всесветний переворот да? <laughs> в душах и сердцах людей. Вот такой комментарий дает Иоанн Златоуст, и я думаю, что здесь ну, есть какое-то зерно истины. То есть вот таким образом проповедники двух зайцев хотели убить, проповедники завистливые, да, вот эти, которые проповедовали Христа нечисто, а двух зайцев убить. Во-первых, повысить, так сказать, свою значимость, увеличить свое влияние, и, во-вторых, обусловить косвенно утяжеление Павлова содержания. То есть ему могли накинуть еще, ему могли там ухудшить условия содержания, да, то есть увеличить наказание, потому что Павлова вот это ересь, в кавычках, да, или Павлова вот это учение, которым он наводнил всю Вселенную, оно все более и более приобретает влияние и веса. И поэтому с этим нужно что-то делать. Вот такая реакция предполагалось, да, прогнозировалось вот этими проповедниками, которые проповедовали Христа нечисто. В следующий раз мы поговорим о том, что вот такая мотивация, она не избавляет людей об ответственности, несмотря на то, что Павел радуется и этому, потому что все-таки эти проповедники, несмотря на свою гнилую мотивацию, они проповедовали истинное Евангелие, да, то есть они не проповедовали ересь, они не несли какое-то лжеучение на тот момент, вот. Но все-таки мотивация не сбрасывается со счетов, и за это люди все равно рано или поздно будут отвечать. Да? не твоим ли именем мы чудеса творили не твоим ли именем мы пророчествовали да, скажут такие люди иисус скажет я никогда вас не знал поэтому да поможет нам господь заботиться о своих мотивах и не обольщаться успехом проповедников да? человек может быть влиятельным человек может быть выдающимся человек может быть красноречивым но это еще не делает его угодным да, в очах божьих да господь использует его до времени но тем не менее нам нужно позаботиться о своих мотивах и привести их в порядок. Исследовать себя, да, бодрствовать и замечать, где мы поступаем, будучи движимы не совсем приглядными мотивами. Да поможет нам в этом разбираться Господь и приводить себя в порядок. До новых встреч, до новых видео. С Богом.